Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. В праздник Святой Пасхи мы несем добро в каждую семью. Пекарни «Добропек». Добрые куличи и творожные пасхи к вашему столу. Сегодня в областной клинической больнице губернатор Курского региона Роман Старовойт проинспектировал ход строительства нового инфекционного корпуса. Пока что заложены цокольный и первый этаж строения. Однако подрядчик планирует закончить все работы в срок. Амбициозная поставлена перед нами задача, Роман Владимирович. Надеемся, что подрядчик не подведет, и мы в установленные сроки сдадим, введем в эксплуатацию этот инфекционный корпус. Есть проблемы по темпам, но мы постоянно с подрядчиком в контакте, пытаемся то отставание, которое есть, наращивать и устранять те отставания, которые есть. Там же, на территории медучреждения, сегодня был открыт памятник великому русскому хирургу Николаю Склифосовскому, чей вклад в медицину ценят все врачи мира. Полевой хирург, основоположник методов лечения, методов хирургии, которыми и сегодня пользуется весь мир, не только Российская Федерация. Все врачи мира используют методы, наработанные Склифосовским. Но и мы стоим на пороге с вами изменений в системе здравоохранения Курской области. По сути, с 90-х годов, с момента развала Советского Союза, не уделялось такого внимания здравоохранению. На это нацелены и национальные проекты, которые инициировал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. На это нацелены все наши решения, в том числе по обновлению материально-технической базы нашего ключевого лечебного учреждения региона. Это областная клиническая больница. Вокруг памятника высадили и именную аллею. Свое личное дерево посадил в том числе губернатор Курской области и мэр Курска. Мы уже и на осень наметили посадить 78 именных елей. Почему 78? У нас столько главных врачей лечебных учреждений. И мы надеемся на то, что они все приедут. И вместе с молодыми подрастающими студентами нашего медицинского вуза посадят деревья, также именные. Это будет началом такой великой традиции. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.